P. Diddy стал эталоном шикарного образа жизни. Ему отдаем 7-е место. Но он не всегда был облачен в элегантный костюм. Когда-то и он носил широкие джинсы и участвовал в разборках между враждующими рэп-кланами западного и восточного побережья США. Diddy часто в своих беседах вспоминает становление хип-хоп-культуры. Это сегодня рэпер выглядит словно гирлянда, украшенная бриллиантами. А в годы моей юности мы носили одну пару кроссовок на двоих. И все, что нам было нужно, это микрофон и заведенная публика, жаждущая поединка между рэп-исполнителями. Именно за бесценный опыт и талант к сочинительству мы ценим Diddy. Diddy закрепил за собой звание титана хип-хоп-культуры. Сегодня он не просто музыкант и продюсер. P. Diddy — это целая фабрика по производству одежды и косметических средств для мужчин. Также он является владельцем крупного рекорд-лейбла. В общем, безбедная старость и домик, а то и два на берегу океана, обеспечен. Успешный продюсер и бизнесмен P. Diddy занимает почетное 7-е место.